Татев. Вот мы спускаемся с поселка Татев, где посетили церковь. Гостеприимно нас угостили хашламой. И сейчас на по канатной дороге, которая самая огромная, самая длинная в мире, внесена в книгу рекордов Гиннесса, мы возвращаемся назад. Высота 320 метров. То есть, мне кажется, не 320. Вот если это впадение, километр, в принципе, 320 это... Длина около 6 километров, длина этой дороги, то есть признана в мире самой длинной канатной дорогой. Очень интересно, вот проезжаем над ущельями, над горами. Примерно в кабинку помещается до 25 человек. Движемся со скоростью примерно 32, средняя скорость 32 км в час. Проезжаем над ущельями, над жильем отшельников проехали. Очень интересные были ветвистые дороги. Многие поднимаются сюда на машинах, здесь очень много приезжих на машинах. Здесь любят такие машины. Да, здесь любят белые нивы, поэтому мы увидели много белых нив возле Татарской церкви. А сейчас очень сильно ветер поднялся, нашу кабинку раскачивает. Посмотрите направо. На склонах видна деревня Старый Алидзор, которая 9 веков принадлежала Татевской обители. Ее главные достопримечательности – часовня святых Петра и Павла и церковь святого Минаса, построенная в 1611 году. To the right of the cabin, the village of Old Halidzor spreads across the slopes of the gorge. This settlement, since abandoned, was in the monastery's estate for 900 years. A closer look will reveal the chapel of Saints Peter and Paul and the Saint Minas Church, built in 1611. Наверху деревня, видишь? На площадке домики стоят. Это что? Треблиси. О, видишь, деревушка. Как они там жили, где понятно. Вот с обратной стороны. Вот какая-то дорога вишла. Какой старый какой-то. Смотри, рафик. Газон, рафик. А может это и Разик, не Разик. У них же деревенских там не зовут. Типа такие. Такое еще. Видишь, как дома с одного камня и крыши все красные. Там гостиница, наверное, фонтан, тут беседка. Улья, 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 улья,
на обломке. Азон стоит. Или курочки выходят. Почему там вот это складируют? Жалко, что не просили. Завод же будет это металлом сдавать. Слушай, она будет просто дальше. Рулики стоят, вон, и весь гляд собирает. А это школа была, да? Цивильный поселочек, да? Все Нива стоит, конечно. Все хоть на подбор домики. А вот памятник какой-то, это видно совсем. Главное вот это вот правление и памятник. Наш полет подходит к концу. Благодарим вас за то, что воспользовались услугами канатной дороги «Крылья Татева» и напоминаем, что прибыль от продажи билетов направляется на возрождение Татевского монастыря. We are now approaching the end of our trip. Thank you for using the services of the Wings of Tartov Aerial Tramway. All the proceeds from the tickets are invested in the revival of the Tartov Monastery. We hope you have enjoyed your time exploring one of the many beautiful sites of Armenia. Вот мы прилетели с канатной дороги, сейчас которая скажу. Называется «Крылья Татева». Самая длинная канатная дорога. Мы сейчас посетили Татевский монастырь. И отправляемся назад в Ереван. Мимо снежных, красивых гор и живописных пейзажей.